И там идет потоп в дальней секции пол сапога воды. Потоп в подвале Марат Латфуллин обнаружил, когда пошел на обход с представителями управляющей компании «Комфорт-набережная». Внутри он увидел антисанитарию и прохудившиеся трубы, поэтому Марат решил стать старшим по дому, чтобы следить за порядком в жилом здании. Надо двигаться, есть программы, задаем вопросы друг другу, как уже знакомые мы. И в этом, в этот момент я сказал, и жена, и я сказал, так давай сделаем, если дело в бумагах, двигать бумаги, так давай попробуем. Я решил попробовать. Договоры, соглашения, акты. Во всем нужно разобраться, поэтому Марат записался на консультацию по вопросам жилищного хозяйства в администрацию. В ходе данных консультаций собственники получают ответы на волнующие их вопросы, а также определенные теоретические знания, которые впоследствии они могут применить на практике, снизить оплату жилищно-коммунальных услуг и принять на общих собраниях определенные решения, например, о смене способа управления многоквартирным домом. Теперь жители 130-го и 134-х домов по пятилетке объединяются в одну инициативную группу и вместе планируют наводить порядок, благоустроить двор по программе «Комфортная городская среда», да и в целом следить за состоянием домов. Когда есть совет дома, составляется после осеннего осмотра план-график, и согласно графику отрабатывается весь год. То есть на домах, где есть советы домов, у нас отличная прям вообще идет работа. То есть все по плану, все налажено и все довольны. Такие консультации возобновились 4 декабря по поручению главы города Константина Светлакова. То, что в городе не счесть проблем в коммунальном хозяйстве, давно не новость. Поэтому в городе заработали консультативные приемы. Это одно из решений, которое поможет горожанам разобраться в потемках жилищного кодекса. Городская администрация должна занимать активную позицию в сфере управления жилищным городским хозяйством. Одним из направлений деятельности в этой сфере является просветительская работа и консультирование граждан. Городская администрация начала проведение регулярных консультаций горожан в сфере управления многоквартирными домами. Консультации в администрации проходят еженедельно с 14:30 до 16:30 по пятницам в 37-м кабинете. Для безопасности посетителей количество участников ограничено до 10 человек, поэтому нужно предварительно записаться по номеру телефона 262645. Звонки принимают с часа дня до 5 вечера с понедельника по четверг. Елена Силакова, Сергей Коленник и Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.